Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Буханова на канале Мастер Своего Дела. Сегодня у нас заготовки на зиму. Я буду готовить варенье из черешни. Очень вкусное и густое. Оставайтесь со мной, покажу вам рецепт. Для приготовления варенья мне сегодня потребуется черешня. Смотрите, у меня вот такая красивая черешня. Очень интересный цвет у нее, она такая красно-желтая. Хорошо промываем черешню. И потребуется сахар. На 1 килограмм черешни без косточек, косточки мы сейчас будем удалять, потребуется 700 грамм сахара. И я буду добавлять сегодня еще агар-агар, чтобы мое варенье получилось таким густым, с более насыщенным вкусом. Ну что, давайте начинать. Вынимаем косточку и отправляем вишню в кастрюлю. Ну или в любую удобную для вас емкость. Я подготовила черешню и пересыпаю сейчас ее сахаром, уже без косточек ягодки. Так, распределяем сахар. Нужно, чтобы черешня выделила сок, поэтому оставляем примерно часов на 6-7. Но вы уже смотрите сами, как у вас появится сок, через какое время, возможно, чуть раньше, возможно, чуть позже. Прошло 6 часов, вишни уже выделили сок, ставлю кастрюльку на плиту и даем закипеть. Во время варки варенья, конечно, нет практически никаких сложностей, все очень просто. Смотрите, сколько выделяется сока. Сейчас небольшое количество сока я возьму в отдельную чашу для того, чтобы растворить агар-агар. Можно, конечно, добавить воду и растворить агар-агар в воде, но я этого делать не буду, потому что ягодное варенье и вишневое в том числе будет таким жидким, в том плане, что здесь будет много сока. И дополнительная вода здесь никак не требуется. Смотрите, сколько сока. Агар-агар нужен для того, чтобы как раз такое варенье было густым. Набираю небольшое количество сока и в нем буду растворять агар-агар. Кстати, это очень вкусный такой сиропчик вишневый. Есть те, кто закрывает отдельно его в банке, то есть ягоду отдельно, сироп отдельно, но я буду все вместе. Вот столько я набрала, вполне достаточно. Сейчас растворю агар-агар. Здесь вот так помешиваем деревянной лопаточкой все это. Как только сейчас варенье закипит, даем покипеть примерно минут 5-7. Без добавления агар-агара, просто вот так как есть, ягоды с сахаром должны покипеть. Смотрите, уже закипает у меня черешня. И сейчас засекаю примерно 7 минут. Буду варить. Смотрите. Не забываем, конечно же, помешивать. Пенку я буду снимать. Пересыпаю сюда агар-агар. 10 грамм у меня агар-агара. Это на 1 килограмм ягоды. И вот так размешиваю. Сейчас все это отправлю в кастрюлю. Ну, разумеется, как пройдет нужное время. 7 минут. У меня прошло 7 минут. Переливаю сюда агар-агар, который я уже растворила. И все это сейчас размешаю. Еще 3 минуты. Все должно покипеть. Агар-агар может кипеть. Очень красивое, ароматное варенье получается. Просто класс. Сейчас оно жидкое, но как только остынет, будет густым. Я покажу вам, каким густым оно станет после приготовления. Все, можно закатывать. Ну что, варенье мое готово. Сейчас, смотрите, оно такое вот жидкое. Я вам показываю, чтобы вы могли сравнить, каким оно станет. Ну, буквально спустя час даже. Будем смотреть. Я готовила уже в прошлом году варенье с агар-агаром. Мне очень понравилось. На самом деле результат просто потрясающий. Варенье вкусное, такое густое. Пробуйте, готовьте по этому рецепту. Это просто правда класс. Легко, никаких усилий. Можно готовить не только с черешней, вишней. Можно готовить со смородиной, малиной, клубникой. Ну, то есть всю ягоду, которую вы любите, можете использовать для готовки варенья с агар-агаром. Ну что, у меня прошел час. Давайте смотреть, какое варенье получается. Смотрите, как заметно оно загустевает.
Когда оно постоит еще больше, то оно станет еще более густым. Такие замечательные ягодки. И оно уже совсем-совсем не жидкое. Просто класс. Пробуйте, готовьте. Это все на сегодня. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Внизу в описании есть ссылки на два моих канала. Канал о моей жизни, влог Ирины Быхановой, и канал с быстрыми рецептами «Готовим дома». Переходите по ссылочкам, подписывайтесь, буду вам очень рада. Также я оставлю внизу в описании ссылки еще на рецепты варений. Готовьте с удовольствием, у меня много рецептов с заготовками. Надеюсь, что-то понравится и выберите для себя. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока!